Здравствуйте, меня зовут Сергей Шалимов. Всю свою сознательную жизнь я посвятил саратовской гармонике. А это без малого 50 лет. В настоящее время я являюсь руководителем народного коллектива инструментального ансамбля «Серебряный перезвон» при городском доме культуры «Звезда» города Саратова. Кроме концертной деятельности, а это выступления на городских и областных мероприятиях, я участвую во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, а также занимаюсь педагогической деятельностью, передаю свой опыт подрастающему поколению. Саратов – один из самых интересных купеческих городов Нижнего Поволжья, с хорошо сохранившимся историческим центром. Это усадьбы, особняки, многочисленные церкви, первый в стране стационарный цирк и многочисленные музеи. Наиболее интересный из них – художественный музей имени Радищева. Саратов – это город студентов с многочисленными учебными заведениями, в том числе Саратовский государственный университет имени Чернышевского и Саратовская государственная консерватория имени Собинова. Саратовская гармоника не случайно является народным символом нашего родного края. Под нее любили петь свои песни наши землячки Лидия Русланова и Ольга Ковалева. В своем творчестве они воспевали красоту великой русской реки Волги. Мне хочется продолжить эти традиции и познакомить как можно больше людей с нашей знаменитой саратовской гармоникой. В первую очередь молодежь. Вы спросите, почему именно саратовская гармошка? Потому что в Саратове она родилась, и только здесь ее изготавливают. Нигде больше в мире такие гармошки не делают. За ее уникальный, неповторимый тембр. Писатель Алексей Толстой так говорил о нашей знаменитой саратовской гармонике. Не случайно в народе называют ее «Саратовский соловей». Она больного подымет и мертвого оживит. Вот такими уникальными способностями обладает наша замечательная саратовская гармоника.